Не надо лишний разговор, документы покажите, пожалуйста. Ваши документы передавайте. Очень приятно. Вы знаете, я гражданка Узбекистана. Будьте любезны, предъявите ваше служебное удостоверение, пожалуйста. Вы еще такая умная, да? Мои документы? Вообще черно, оборзели. 58,3% моей работы за сентябрь месяц – это отбивание мигрантов при незаконных задержаниях полиции. Подчеркиваю, незаконных. Для какой цели вы спрашиваете мне документы, основания для проверки? Чего себе? Birinchi u dokumentni predavitsiya qilish kerak-ku. Bunaqada so'rasangiz, nima dedi haligi mensimagan deb bo'lib. А я же не хочу, чтобы вы совершали уголовное преступление. Вы же хороший человек, правда? Правильно. Правильно. Давайте вместе пойдем в управление по вопросам миграции, в ближайшее. Адилга борадыда 5-6 сот морально изып об утрады, хамма документы с тугры босаем. Шуни учен ушай нарсаге коркып, сразу документы мы заберу арамыз, да? Из гастрой байтларды, паспоғана да курады, да бұлар? Это нужно то же самое, только более четко. Давайте, сделайте так. Это легко достаточно научиться. Важно, чтобы человек был смелым. Но мигранты смелые люди. Если бы они были трусами, они бы вообще не выехали с родного Тишвака. Спасибо. Капитан Иванов Петр Сергеевич. Очень приятно. Петр Сергеевич.